Всем привет, с вами как всегда Лэйзи, это новый видос по игре Stand Off 2. И хочу сказать сразу, если ты посмотришь видос от начала до конца без приматывания, у тебя будет шанс получить 100 голды на свой аккаунт. И чтобы получить эти 100 голды, всего лишь нужно будет подписаться на канал, кто еще не подписан, поставить лайк и посмотреть видос от начала до конца, потому что в видосе я скажу код, который надо будет написать в комментариях, и кто его напишет, тот получит 100 голды на свой баланс в Stand Off 2. Я думаю, у вас теперь появилась мотивация досмотреть видос от начала до конца, не выключая его. Еще хочу, кстати, сказать спасибо всем тем, кто заходит ко мне на стримы. Ну, потому что на стримах очень весело. Там мне скидывают донатики. Кстати, за эти донатики я именно и буду вам дарить голду. И спасибо огромное, кто еще скины дает, дарит всякие скинчики красивые, голду мне скидывает. Спасибо вам огромное, вы просто самые лучшие. И все, кто на меня подписан, самые лучшие. И, кстати, вот этот геймплей, который я сейчас записывал, который у вас сейчас на фоне идет, со скинами, эти все скины мне подарили подписчики на стримах. Спасибо вам огромное. Еще, кстати, хочу предложить кому-то из вас, кто посмотрит этот видос, стать моим модератором. Если кто-то хочет стать моим модератором, то ссылка на телеграм-канал будет в описании. Туда пишите, я всем отвечу. Кстати, у меня есть уже один модератор. Он попросил, чтобы я рассказал про него немного в видосе. Вот у вас скриншот его канала на экране. Пожалуйста, кто может, подпишитесь на него. В описании будет ссылка на его канал. Извиняюсь, что видосов уже очень давно не было, потому что я сейчас запускаю стримы каждый день по несколько раз. Ну, мне просто, я коплю себе на какое-нибудь новое устройство, там планшет или ноутбук какой-нибудь. Вообще, возможно, iPad'ик куплю себе для того, чтобы видосы просто были пушечные, хорошее качество, чтобы часто видосы выходили. Поэтому, ну, если что, ссылка на донатик в описании. Ну, хотя, я думаю, вне стрима никто мне не будет донатики кидать. Но на стриме, в принципе, кидают хоть немного, но тоже очень приятно. Хотя, бывает, нормально закидывают. Спасибо всем огромное. Еще хотел сказать, видосов по Барвихе, скорее всего, уже не будет. Но это еще не точно. Возможно, видосы иногда по Барвихе будут выходить. Теперь чаще всего будет Stand Off 2, видосики по Stand Off'у. И, может, иногда по Brawl Stars, если, конечно, вы захотите. И, кстати, если хотите попасть на экран, пишите свои комментарии, и в следующем видосе я добавлю их на экран в видос. И, кстати, вот мы на стриме сыграли с одним моим подписчиком на 50 голды. Он мне... Я выиграл его, он мне отдал эти 50 голды. С комиссией мне пришло 40, но сейчас у меня на аккаунте 28 голды, потому что я пытался потрейдиться. Вот вам скрины. Я пытался споймать передачи голды, но, к сожалению, из-за этого только сам слил голду. У меня примерно было 42 голды на балансе тогда, сейчас у меня 28, к сожалению. Кто может порадовать голдой, тоже пишите, я буду очень рад. И тоже расскажу про вас что-нибудь в видосе или на стриме. Вот такие вот попытки у меня были передачу споймать, но кодовое слово, про которое я говорил в начале, кодик этот... Я думаю, так как я хочу, возможно, iPad купить себе для топовых видосиков, пусть кодовое слово будет iPad. Просто только не пишите перед этим слово код. Просто кодовое слово iPad и свой ID. И пишите, выполнили вы все или нет. Спасибо, что посмотрели видос. С вами был Лэйзи. Жду вас на следующем, на новом видосе. Можете посмотреть мои старые видосы. Вот, кстати, у вас видос и... Кнопка подписаться на экране появилась. Можете перейти, посмотреть видосик, подписаться на мой канал. Спасибо вам огромное. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч.